В Дербентском районе завершается повторная плановая вакцинация рогатого скота. Также их ожидает купание и стрижка. Таким образом, животных готовят к предстоящему перегону на летние пастбища. За процессом наблюдала Исакинат Малаева. Перегон скота на летние пастбища – ответственная пора для животноводов. Перед этим своих коров и овец надо к переменам подготовить. Среди необходимых процедур – стрижка, купание и вакцинация. Сегодня в Дербентском районе 16,5 мелкого и более 13 тысяч крупного скота. Вакцинация завершена почти на 85%. Таких показателей, по словам организаторов, добились большим трудом. Часто проблемы бывают. Наши граждане не понимают, для чего это делается, и избегают вот этой процедуры. Дело в том, что у частного населения скот находится на полях. Иногда они 2-3 дня домой не возвращаются. И поэтому охватить 100% представляется немножко, имеются сложности. Но несмотря на это, ветеринарная служба района поработали. Специалисты ветслужбы не остались без помощников. Руководители администрации сельских поселений отнеслись к пониманиям и даже выделили людей для фиксации животных. Так, плюс к 25 штатных ветеринаров в борьбе за здоровье животных было задействовано еще примерно столько же добровольцев. Сегодня на всех ветеринарных участках района начали проведение ревакцинации, то есть через 10-15 дней после первой вакцинации проводится повторная вакцинация для создания устойчивого иммунитета. Ветеринарные специалисты обеспечены всем необходимым. При такой нагрузке покой нам только снится, шутит руководитель управления. Однако результат, как говорится, не заставил себя долго ждать. По его словам, с начала года серьезные инфекционные болезни среди животных в этом районе не были зарегистрированы. Сагинат Малаева, Гасан Байрамов. Время новостей. Дербентский район.